вчера поели с полями. И два рыцаря голубей. И два фаворита. Жарко Лекарского мира и Николай Сушеров вдвоем выступают против троих. Против Ролоса Дорфиша, рыцаря Пауля и Артура Зазитко. Вдвоем против троих. Бойцы готовы? Да будет бой! Напоминаю, что в селе нет никаких правил, кроме одного, у сидений в селе. Больше все, бить противника, запись серии по голове, по рукам, по ногам. Нападать вдвоем, втроем на одного. Стаскивать числа при помощи оружия и золотых рук. Можно абсолютно все. Победил Корела, который, как
больше не хочется воевать. Он сказал, что я, пожалуй, пойду на костюм. 15 лет, а вы пойдете на костюм. Итак, бои закончились, друзья.